Друзья, в этом году мне посчастливилось встретить очень удивительного человека, шамана, ясновидящего, моего учителя Дмитрия Рожнова. Я за его творчеством наблюдала несколько месяцев и поняла, что это именно тот человек, у которого я хочу учиться. Несмотря на то, что у меня у самой более 10 лет стажа работы в целительстве, мне было очень интересно общаться с Дмитрием, познавать новое. Он с удовольствием щедро делился своими знаниями. И мое информационное поле очень мощно вычищалось, и знания валились отовсюду. Я постоянно задавала Дмитрию вопросы для того, чтобы понять, как вижу я и как видит он. Это было очень интересное обучение, никаких книжек, никакой воды, а именно практические навыки.